О, что вообще делать? Четко. Плюс это моя фотогеничная сторона. We'll go to a theater. I'm not gonna say that. Но он снимает. Put on pause. Дим, что для тебя такое любовь? Я вообще не знаю, что такое любовь. Я не могу думать, когда она пишется, и я знаю, что там мегабайты идут. Retake, да? Да, да, retake. Я волнуюсь. Вот есть любовь. Любовь, я считаю, что... Не знаю, ты с человеком, ты можешь быть рады всегда. И любить друг друга, без друг друга не можете быть каждый день. Любовь я чувствую от Бога, сама больше от Димы и от родителей, и от самых близких тоже. Что такое любовь? Сейчас трудно сказать, вот через год спросите, скажу. Первый раз мы встретились, это было на свадьбе. Нам было только пару месяцев, это было на Украине. Держала меня моя мама и держала его мама. Ну, когда мы стали старше, то мы встретились, это было на собрании. Это первый, как наш дом был, на семьер. И там я встретила Диму, он только приехал с Украины. Когда я первый раз встретил Надю? Мне было 12 лет. Что я подумал? Ничего. Почему? Потому что мне как-то было безразлично, мне девчонки не очень к себе привлекали в том возрасте. Да и мальчики. Вообще никто не привлекал. Я думала, что он вообще был румин. Почему мне понравилась Надя? Потому что у нее был приятный характер, и с ней было нормально поговорить. Можно было нормально поговорить. Он понравился мне за его характер. Мне понравилось, что он всегда говорил правду, и что с ним всегда весело. Нету дня, как я не улыбаюсь и как я не смеюсь. Он всегда говорил правду. Девчатам, хлопцам, всем. Он всегда что думал, то и говорил. Что мне нравится сейчас в Наде? Опять же, ее характер и то, что она может сносить меня, потому что иногда я могу быть трудным человеком. Я думаю, что ему нравится в мне, это мой характер. Мои уши, мои глазки, носик, ротик, ручки, ножки. В нем мне все нравится, потому что я его люблю. Я думаю, ей нравятся мои мышцы. Что я думаю в ней смешное? Когда она что-то хочет сочинить, она делает так глазами, вверх. Он делает смешно, это, по-моему, все. Когда он с детьми, когда он со мной. Самое большее, это когда он с детьми играется. Он всегда делает свои улыбки, свои агуга-гага. О, ну, за мастер-крафт. Когда я понял, что я в нее влюбился, это было позавчера. Когда я понял, что я в нее влюбился, это когда я был в Сибири, находился в Сибири, в библейской школе. И заметил, что она была готова меня ждать 6 месяцев. И после того я все-таки решил, что это девушка для меня. Когда я поняла, что я влюбилась, я ему сказала еще, может, пару недель после, как я узнала, что я влюбилась. Я ему все хотела сказать, но я ждала, чтобы он первый сказал, что он меня любит. А когда я почувствовала, это было в мае, что я по-настоящему его люблю. Как я об этом и сказал. Но я старался вначале быть типа секретным, потому что мне бабушка Саша сказала, чтобы я никому не обещал до свадьбы. А как я и сказал, когда предложил, тогда она поняла, я думаю. Наше первое свидание было 2011 года, 2 мая. В парке на Excelsior Boulevard. Наше первое свидание, это было весной. Мы пошли в парк, походили, поговорили.
сели на лавочку, просто разговаривали, как у нас жизнь прошла, как что. Потом пошли, взяли мороженое, поели и поехали домой. Сделал ей предложение таким способом. Я ее завел в один ресторан, не буду говорить где, чтобы никто другой не водил туда своих. А после ресторана было прохладно, где-то 42-43 градуса на улице. Я был плохо одет, но главное сказал, чтобы она оделась хорошо. И когда мы пришли, опять же, в один парк, это было в Сент-Пол, мы пошли, там красивое место такое. Ну, короче, дальше спустя, 5 минут спустя, я ей спросил, если она выйдет за меня замуж. И первое, что она сказала, если я шучу. Он мне сделал предложение, это был в Сент-Пол. Мы туда поехали, и там мы видели, ну, весь Сент-Пол, свет горел. Он когда предложил, я первый раз ему сказала, ты что, шутишь? Он говорит, нет, не шучу. Потом он второй раз меня спросил, Надя, выходи за меня замуж. Я говорю, Хорошо. Конечно, она сказала да. Первому, кому я сказала, это моему брату Денику. Он был дома, а я уже не могла дождаться родителей, потому что их не было дома. И он как первый домой приехал, то я ему сразу рассказала, а потом родителям. Первый, кто вообще знал, это мой отец. Ну а потом я сразу написал смс Сереже Ткачуку. Семья в моем представлении, это когда два человека разных полов, мужчина и женщина, или полов, короче, ведут совместную жизнь во Христе. Ну и также, конечно, там детки, все такое, в приличии, я думаю, до 8, больше не надо. 8 это макс, от 2 до 8, ну как будто. Для меня семья – это детки, любовь, также, чтобы Бог был в нашей жизни, счастье, радость, и чтобы всегда любили. Спасибо всем, кто пришли. Я скажу спасибо всем гостям. А я скажу. Ты скажешь, кто помогал. Давай, говорим. Давай, у нас что там, я гостям, ты кто помогал? Я знаю, кто ты. А ты типа в самом конце. Так что сказать? Спасибо. Ну, говорим. Вместе. Алло. А, вместе? Да. Я не могу выговаривать. Кого я благодарю? Да я знаю! Дорогие гости. Третье, четвертое. Раз, два, три. Дорогие гости, мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам. Ну? Ну, я... Спасибо, кто нам помогал. Ну, до свидания, это уже давно надо было. Дорогие гости, спасибо, что пришли к нам на свадьбу. Что нам помогали, кушать нам готовили. И также украшения. Что украшение? Ну что украшение? Ты объясни. Сейчас, заново. Дорогие друзья, благодарим, что пришли к нам на свадьбу. Спасибо, что помогли нам и также Дюрген. Да, скажи спасибо за помощь. А, я должен. Да чего благодарны? Спасибо. Все. Дорогие гости, спасибо вам, что вы пришли к нам на свадьбу. Также благодарим всех, кто нам помогал на этот день. За тех, кто молился за нас, за наших родителей и друзей. God bless you. Bye.